Масяня. Слышь, лохматый, что я подумал-то? Слушай, я тебя 1000 лет уже знаю, да? И никогда у тебя подружки не было. В чем дело, лохматый, а? Фридель, ты чё за инсинуация? Может, я подумал просто, может, ты у нас это, того это? Как это, того это? Опа, этот, ну такой этот, как его это? Ну, чего? Ну, того этого, такой из себя это, как бы, ну такой. Ну, такой эдакий. Голубой ты, может быть, а? Ну, а если б даже и голубой, что тогда? Чё ты такое инсинуируешь? Да ничего я не инсинуирую. Просто подружки-то у тебя ведь нет уже? Крендель, ты вот понимаешь, что ты сейчас раскачиваешь неудобную ситуацию? Да не, я ничего, чё, даже если голубой, нехай себе, я чё? Чё мне? Никакой неудобной инсинуации. Инсинуируй там с кем хочешь, нет что. Ну и не Я не сну. Разгрызи меня, гном, чего ты? Я это, я котов люблю. О, в каком смысле? Инсинуировать? Так, не шевелись. Не убегай, лежи так. Хренделя, ты там пришел? Нет, блин, это адский самурайка. Я, конечно. Ты видел, что я в Фейсбуке выложил клёвые фотки дяди Бани? Я в Фейсбук не хожу! Ну а ВКонтакте видел? Не, блин, тоже стёр. Ну а в ЖЖ ты видел, блин? Да я вообще в интернет не хожу! Ты чё, хрен, ретроград? Или мракобес? Или ретробес? Или мракоград? Начань, слушай, иди со мной, я тебе объясню, иди покажу. Пойдем. Вот смотри, это мой Фейсбук. А это мой ЖЖ. Ну и в остальных там всяких Г-плюсах все то же самое. Что скажешь? Хрюндель, какой нечеловеческий кошмар! Ну что, поняла, почему я вообще в интернет зайти не могу теперь? Да, я поняла, Хрюндель. Мне нужна зеркалка. Алло, алло, скорая психиатрическая, срочно, срочно, человек погибает, помогите, спасите! Что вы здесь видите? Ну, какая-то китовая оптика, боке неровное, сплошное мыло, фу. А тут? Это какой-то старый мануальный фикс, 50 на 1,2, сплошная шевеленка. А здесь тогда что? Вау, это ж Хассельблад с цифровым задником. Доктор, нифига у вас картинки! Да вы тру, блин, брателла! Ну чё, не хочу вас напрасно обнадеживать, но все очень плохо. Доктор, помогите, у нас же ребенок, дайте пилюлю! Ну, пока понаблюдайте ситуацию. Если что, звоните на принудительное лечение. Ну а чё, пилюли-то, нету пилюли! Ой, я понимаю тебя, брат. У меня у самого жена была фотографом 3 года. Я тебя понимаю, держись. Держись, брат. Главное, прячь деньги и береги детей. Ну, хватит. Вы как-то уж слишком инсинуируете это. Вендитирование, операции, горизонт завален, мертвый холодный пиксель. Шевеленка. Бедный дядя Баня. Бедная сиротка. Остались мы с тобой вдвоем. Пройдите по автофокусу. Шевеленка. Что-то это пространство сжимается недостаточно плотно. А что, подлиннее нету? Ну что это за кастрат? Давайте еще длиннее. О, это другое дело. Стой, отдай Семёныча, ну куда ты потащил-то? Верни Семёныча, зараза. Извини, лохматый, но кот мне позарез нужен. Ну какой фотограф без кота? Пофоткай, верну, чего пристал? Не боись. Стой, ну стой. Не боись, лохматый, я на котах собаку съела. Вы не видели, куда побежала дура с котом под мышкой? Смотрите, он, кажется, достает протестный плакат! Давай! Нет, подождите! Сейчас! Я тоже хочу! Подождите меня! Там
эти лудеры, разрушители машин. Лохматый, нет времени объяснять. Хватай полиэтилен и бежим. А, где это я? Что со мной? Как меня... что это? Где я? Блин, кто... Декстер, извращенец хренов. Ты что ли это... Пустите. Гады. Добро пожаловать на наш 10-часовой сеанс искусства современной фотографии из интернету. Начнем с серии «Я и моя сраная кошка». Потом будет «Я держу Пизанскую башню», а потом «Я с фотоаппаратом перед зеркалом». Ну и всякое такое. Наслаждайтесь. Нет, нет, где это? Ну как, отпустила? Вау, дядя Батя, настоящий живой real-time 3D. Спасибо, конечно, Хрюндель, но куда ты технику-то всю мою загнал? Не боись, я лохматому загнал. Для дела, чтоб нему не мучился больше с инсинуациями, адский самурай-ка наш. Ну чё, девчонки, давайте что ли расчехляться?